Поделитесь видением сегодняшней игры. В целом тот план, который мы выбрали на сегодняшний день, ребята выполняли на футбольном поле. Действовали, как мы договаривались, то, что мы моделировали. И, в принципе, выдавали хорошие отрезки игровые. Имею в виду, это комбинационный футбол, умный футбол. На сегодняшний день нам не хватило реализации тех моментов, которые мы создали за сегодняшний матч. И, к сожалению, не хватило концентрации на стандартных положениях. Мы пропустили гол. Хотя у соперника были еще голевые эпизоды, но мы знали, как они будут действовать. Потому что они будут действовать быструю атаку через длинную передачу. Мы к этому были готовы, но, к сожалению, некоторые эпизоды не доработали. И ввиду этого у нас также возникали голевые эпизоды. Но в целом, думаю, там и зрителям понравилась игра, она была живая, динамичная. Но я ребят поблагодарил за игру. В любом случае, на сегодняшний день мы сделали еще один шаг вперед в плане становления нашего нового коллектива. Ребята понимают, что они двигаются в правильном направлении, но единственное, нет удовлетворенности на сегодняшний день результатом. Насколько довольны тем, как сработали замены? Ну, замены, в принципе, мы меняли схему, и команда должна быть гибкая в тактическом плане. Это мы планировали тренерским штабом. Но в целом замены у нас мы провели в конце матча, хотели усилить атакующий потенциал. Но, к сожалению, нам этого не удалось. Но здесь объективные, субъективные причины играли. Постарались упростить игру, играть также вертикально, но, к сожалению, не всегда удавалось выполнить подбор мяча и создать голевые эпизоды. Также не хватило там последнего паса где-то в завершающей фазе и завершающего удара. Наверное, вот на сегодняшний день итог такой. Но уверен, что мы будем двигаться поступательно в этом первенстве, в этом турнире. И будем улучшать качество игры. И в плане селекции мы еще добавим. И я думаю, что у нас все будет хорошо. Уверен в этом абсолютно.